Это вы бы не были в прошлом году. А в прошлом году был вообще пиздец. Не знаем, что было в прошлом. Но я постарался сохранить этот эффектность. Для нас охуенно. Просто реально красиво. Просто бывает там. Ту-ту и все. Нет, он просто. Я вот так. Я хочу автограф на сертификат, мам. Ручки нету. Есть? У тебя нет, у меня есть. Кровью распиши. Кровью. Давай, последний герой. Я не находила. Так, а достали, да, достали? Я просто забыла про них вообще. А? У тебя тоже что-то такое? Я купила, я забыла про них, я думала, достали. А я думала, достали, у меня еще лежат там. Блядь, сейчас достанем еще. Они там лежат, я докупила, да. Я купила. А где эти? А, надо? Что-то свое, акапельно. Без музыки. Как? Почему? Да ладно, давайте. Да нет, вот она у меня. Сейчас, что-то девки еще приготовили, сейчас. У меня все здесь. Мне. Потерпите чуть-чуть. Я забыл, у меня тоже там лежат. Еще лежат такие. Пошли, пошли. Да потом разберемся, подождите. Аня, снимай, давай. Давайте. Девочки, снимайте кто-нибудь. Ну подождите, я сейчас колонку включу на девчонки. Ну 1 минуту подождите. Колонку. Подождите секунду. Все. Арчик, давай. Арчик, солнце мое, ты тут. Когда начинается, Арчик? Оля? Где Оля? Когда? Где начинается? Мои булки пылают в огне, сколиом обожгло лицо мне. И железный гриб мне на пальцах оставил ожог. Ты пришла, начинаешь эфир. Я скорее отложила зефир. И приятную дрожь ощущаю с головы до ног. Как прекрасно забыть обо всем. Мы как будто с тобою вдвоем. Ты пришла. Это главный. Меня к себе, как родную дочь. Ангел красный, ртутки небес. На печеньках поставила крест. На печеньках крест. Я прощаю мне бессонную ночь. Поднимаюсь на третью свет. Не могу сказать тебе нет. И больными руками надеваю свое белье. Шум деревьев и ветер шальной. Стон заглушает грой и мой. И биение сердца пылающего ярким огнем. Тренировки твои это жесть. Сиди на бок, сдерушь на шерсть. Умереть нельзя. Сдерушь на шерсть. Снова орешь. Заливая потом пол. Вспоминая со сосем ролл. И опять обещаю себе, что больше не жрешь. Больше не жрёшь. Твои бёдра сияние луны. Мне такие очень нужны. Пойте, вы что не поёте? А, ладненько. Мне просто так нравится. Так круто вообще. Проигрыш пошёл, девочки, ждём. Танцуем, пока танцуем. Пока танцуем просто. Твои бёдра сияние луны. Бедра мои. Да. Кровь тяжелым напором ударом сердце мне. Груди плавно качнутся в ночи. В батарею соседка стучит. Я с контейнером пылающим телом занюсь в тишине. Мы с тобою пойдем до конца. Если даже соснем хуйца. Хуйца сосна. Самых дальних районов не летят. Блядь, не могу. Ору просто. Этот божий дар. И прими поздравления от всех своих неваляй.
Вы просто у меня, блядь, певицы, ёптать налево, а, блядь. Охереть, я вроде вас треню, а вы откуда научились петь, блядь? А ну-ка танцуйте, давайте, давайте танцуйте, давайте. Побольше сека сам. Это Женя, это Женя слова сочинила. Женя. Женя, выходи, танцуй секс. А в прошлом году она частушки сочинила. Давай, давай, танцуй, давай. Ей! Ура! Ой, детка, ура! Ура, блядь! Просто. Просто. Ну, давай. Надевай его. Все, пошла. Так, собаку заберите. Ой, не бойся. Блять, я... не трогай все. Да я его не трогаю. Он меня сегодня просто укусить хотел. А как, Гуля? Так, убери собаку, честно. Пошли, пошли. Сейчас Гуля охраняет, не переживай. Да, слава богу. Дай Рита, стойте. Так, подождите. А, воткнуть, воткните Млечный Путь. Млечный Путь верните. Ой, Рита, которая в эфире же еще. А я еще в эфире, конечно, да. Возьмите, блядь, часть. В общем, ребята, страдала, блин, меня частично было видно. Лида тебя просто фонарю поломали. Частично где-то видно, а я полуголый. О, сиськи, видите? Сиськи-то у меня, если что, есть. Если что, есть. Я без лифчика. Вера, понял? Взяла у меня, взяла пипку, и нихера она даже ничего не сделала. Ой, как не сделала? Вот же сделала. Да, мы на пустынном, ну, конечно, можно поздороваться. Конечно, можно. Подходите, девочки, не стесняйтесь. Поздравляем! 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 Ура! В общем, ребята, спасибо, что были с нами. Так, это не переключайтесь. Это Адова Мать ТВ. С вами была в эфире. Сегодня у нас был хоум-тренинг, день рождения. Пишите мне в директ, задавайте вопросики. Ответьте через неделю. Ответьте через неделю, может, через месяц. В общем, ну, отвечу в любом случае, да. Итак. Как ее сидеть-то? Я с вами не прощаюсь, а говорю вам, до скорой встречи.